Всем привет, с вами Индика, и я придумала такую рубрику Food Likes, то есть фавориты еды, ну и еда, которую я люблю. Сегодня будет только два продукта, и вот, не знаю, связанные с продуктом или нет. В общем, вот это не еда точно, но это хочется съесть. Сори, вот если будет вот этот провод, если будет там виднеться вот этот уголок, или подушка. В общем, давайте начнем. Господи, не получилось. Ну ладно, давайте начнем. И первое это овсяная каша Angry Birds. Вот она без скорлупок. Тут типа вот бомб, не знаю кто. Не знаю кто. Вот ускоряющая и обычная, и бомба. Чья я купила за 25 рублей в карусели. Но написано, что типа перекресток. Реально любит купил в карусели. Я не знаю, где в нашем городе вообще перекресток находится. И тут фирма типа Myon Pyrus. Да, в общем. Мне попался бомб. В общем, вот, не отсвечивает так нормально. И тут типа бомб. Вот это все не информацию не буду вам зачитывать. Блин. Сейчас. Блин. Можете остановить, ну поставить на запись и прочитать. Типа надо выделить карточку и взять вот этот. Ну, и назад наклеить вот эту. Где написано «Собери все». Вообще, вот такая овсяная каша, очень люблю ее. Angry Birds. Также первый раз, когда я попробовала туки, это все сегодня, это покупочки за сегодня. Мы купили как бы вот такую большую, такую там типа, вот два слоя было, тут две и тут две, то есть четыре штучки. Две дала родителям, то есть маме и папе по одной и себе две. В общем, это копченый сыр, я его ненавижу. Когда они купили, и мы тащили их в машину, я просто молилась, чтобы не чувствовался вкус сыра. Потому что я его ненавижу, потому что я один раз его переела, и меня просто тошнило. И вот. Так что... Да, нутуки, они там не чувствуются, кстати. Вот, я даже не доела в одной штучечке. Ну, в общем, кто не видел или кто не знает, сейчас покажу, как она выглядит. Ну, в общем, сыром таким отдает. Вот такая. Там не по одной, а таких по четыре, по-моему. Такая, но если что, там не джем, сори за звуки. Там не джем, там какая-то масса. Вот, сейчас я откушу. Вот. Так вот я откусила. Да. А эта пачка еще полная. Возможно, я возьму с собой завтра в школу. Вот. Хотела попробовать, если честно, с луком и сметаной. Вот такая вот я свинота, как вот я откусила. Вот. Да. В одном сэндвиче. Вот сколько кал. Да. Господи. Ну, в общем, в одном сэндвиче 28 грамм и 131 кал. Вот. Копченый сыр, написано все такое. Кстати, от создателя Mondes или что-то типа того. В общем, это создатель производит вот туки, там лавыски. Кстати, он этот создатель проводит только один вкус лавысок. И это, по-моему, вишня и... Не знаю, не помню. Вишня и что-то там. Лимон и вишня. Розовенькая такая, короче. Тут их... А, тут их три, я ошибалась. В общем, вот. Вот отделение первой. Вот второй. И вот третий. В общем, там три вот таких. Ну, не таких, потому что я уже съела. Вот видите, какая я свинота.
Да, надо еще потом это все убирать. В общем, вот. Чтобы я смогла кушать на природе. Ну, не знаю, в общем, моя нога. В общем, у меня очень посохли губы. У меня воспаление подбородка. То есть у меня подбородок, как бы, там... Я натерла его курткой, когда гуляла на тюбинге с девочками. И он мне натерся. Потом сегодня он мне зачесался. Я его в школе чесала. Посмотрите, пока натук. В общем, я его чесала. И там появились пупырышки. И как бы они у меня появились. И он мне чешется, и я уже не могу чесать, потому что мне больно прям. И в общем, как бы не видно, но там образовалась корочка, как бы. Так не видно, там просто красная, а если потрогать, там образовалась корочка. Она такая твердая. Вот такая вот. Да. Так что вот таких вот видео не будет, потому что... Вот, проблемка. Сори, да. Так что вот опять виднеется моя коленочка. Вот, так что да. И мне надо увлажнять губы, я увлажняю, собственно. Также покупка из стилист, которую я очень долго хотела. Это бальзам «Мое солнышко». Купила я его за 28 рублей. Вот. Его просто понюхаешь. Такой запах прям ванили прям такой. Очень вкусный. И если его наносишь на губы, просто хочется губы свои съесть. Вот, смотрите. Я, кстати, на пальце нарисовала такой рисунок. Как бы если обычный палец, то этот смайлик, ну как бы покерфейс грустный. Не знаю, покерфейс может быть грустным, а вот так вот покерфейс он упоротый. В общем, вот солнышко сейчас даже намажу, у меня голос это как бы да, хриплый становится. В общем, вот. Сейчас я его намажу. Кстати, всего лишь вот столько. Но я смогу его купить, потому что... Там еще базовый, кстати, есть какой-то. Ну ладно. Кстати, у меня был бальзам от Avon Care. Но я его где-то посеяла. Он был прям маслененький. А этот прям такой няшненький. Если я тут найду, он похож на как бы на Lips Maker. Но, в общем, бальзам от Avon Care. По-моему, он у меня был с прошлого года. Да, или с позапрошлого. По-моему, с прошлого. В общем, мое солнышко. Так как я только что не удержалась за кадром, съела последнюю тукинку. Вот, ну ладно. В общем, сейчас покажу, какую свинотину я оставила после себя. Вот такую. Вот все везде, все так вот. Насвинячила, в общем, да. И поскольку я все так красиво прибрала, я хочу вам сказать такие слова. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. С вами была Яня Анвика. Всем пока.